дальше. Вопрос по саженцам. Валерий Константинович, доброе время суток. Подскажите, можно ли посадить саженцы летом, чтобы они окрепли перед зимой? Какое окрепли? Это называется «Прощай, сад». Еще не хватало летом посадить. Продаете ли вы сейчас саженцы? Живу в Нижегородской области. По вашему опыту, при условии географической отдаленности от вас, лучше заказать закрытой или открытой корневой системе? Смотрите, первое. Естественно, в середине лета Сергей вам откажет. У него та же проблема, как у меня. Не дай Боже, это пару злых слов, что ваши саженцы никуда не годятся. Вот. Он вам откажет. Даже жалуюсь на него. Вот, он не хочет слышать. Ждите конца августа. С закрытой корневой ждите конца сентября с открытой корневой. Почему? Потому что с закрытыми в горшках приживется легче и может даже с листьями. Вот. А какие лучше? Конечно же, в горшках. Чем голые корни лучше в горшках.